Ваша команда играет хуже, чем бабушка Вася Березуцкого. Да вы только умеете что? Переходить на личности и избегать обсуждения проблемы в целом. Мы Спартак, а вы фуфло. Мы считаем, что этот спор ни к чему не приведет, так как вы основываетесь на эмоциях, а не на здравом смысле. И судья назначает пенальти. У судьи есть муж. И Камбаров не забивает его. Мужа зовут Камбаров. Ну что, давай из этого. Так, господа. Полиция. Полиция. Очень приятно. Что за полемика? Что за демагогия? Пройдемте в Бобик, нормально, поговорим. Да, конечно.